Все виды в одном месте. Иршалган – один из древнейших видов традиционных игр бурят, а теперь и национальный вид спорта. В этом году разбивали хребтовые кости около 120 человек. Хотя освоить это умение нелегко. Как говорят сами спортсмены, дело техники. Вот здесь, как обратили внимание, да, вот ведущие сказали, у каждого своя техника. Я считаю, что сила не главное. Главное – момент удара. И техника нужна. Посмотрите, там не такие здоровые ребята бьют, проходят. Я нынче начал заниматься вот этим хейршалганом. Да, вот это, да, конечно, духовно собираться надо. И техника тоже нужна. Ну, зависит все равно от судьбы, никуда не уйдешь. Самым зрелищным видом по традиции оказалась национальная борьба Бухэ Барелдан. Абсолютным чемпионом Алтырганы уже в третий раз стал борец из Агинского округа Цыбик Максаров. В решающей схватке он одержал победу над спортсменом из Монголии. Побороться за право быть лучшим вышли почти 300 спортсменов. Вот такой праздник замечательный, как Алтайгана. Грех не побороться на таком празднике. Каждому жителю Бурятии. У каждого народа есть свой национальный вид спорта. В нашем народе это борьба, стрельба из лука, конные скачки. Особое место на поле заняли лучники. Национальный лук отличается от того, что представлен на международных соревнованиях. Никаких прицелов, стабилизаторов и других вспомогательных средств. Потому и фавориты классического лука в национальной стрельбе могут оказаться не удел. Зато этому виду спорта все возрасты покорны. Так сейчас время-то современное. Совсем по-другому стреляете. Одни в центр стреляют, все международников тут стреляющих много, чемпионов много. Все стреляют. Все спортсмены накачанные, например. Кто борцы, боксеры, все сюда переходят. Это, видимо, с возрастами так. Это вид спорта такой. Нет возраста предел. Также на поле центрального стадиона прошли соревнования по шах-э-надан и шатер – бурятским шахматам. Результаты всех соревнований можно увидеть на нашем сайте baikal-atv.ru.